Пчелочки мои, всем привет! С вами, как всегда, я, мистер Сквирти. Сегодня мы с вами сделаем МФР-гостика, МФР-призрака-зайчика. И, конечно же, посмотрим, что за него будут предлагать донатеры на донатерских серверах. Начинаем! Мы с вами сейчас бежим в великолепный наш любимый самый подвал. А вы думали, наверное, вот, сейчас опять начнет байтить на лайки. Нас нет, ребятки, дорогие мои пчелочки. Сколько хотите, столько и ставьте лайков. Вот в этом видосике не обязательно вообще ставить лайк. Хотите, ставьте, хотите, не ставьте. Байтить я вас в этом видосике, конечно же, не буду. Итак, у меня есть 4 неон-гостика. Гостик. Как вы его называете? Как вы его? Призрачек? Гостик? Я его называю гостик. Не знаю почему. Как будто сделан по ГОСТу. Итак, первого мы сюда с вами вставляем. Второго мы сейчас с вами сюда вставляем. Сейчас будет третий. Вот он. Прекрасненько. И четвертый поехал. Оба! Смотрим, как будет выглядеть мега... Я еще ни разу не видел. Ни разу не видел, как выглядит мега-неоновый гостик. Сервер отличный. Я его искал примерно... Точнее, я на него заходил. Так, подождите. Ну, как я и ожидал. Как я и ожидал. Это бомба, это пушка. Все, садимся, конечно же, на флай. И летим. Летим к нашим трейдерским ребяткам. Ребята, дорогие мои пчелочки, я уже, конечно же, подготовил список. Я уже подготовил список, и что хочу вам сказать. Просить буду много. Сразу говорю, просить буду достаточно много. Но здесь я видел, я уже подбежал сюда, конечно же, и я здесь уже видел неонового шадоу. Неонового шадоу. Вот он, вот он, вот он. Смотрите, какой эти... Какой неоновый шадов. Шадов неоновый. Ну что, мы с вами вот сюда вот немножечко в сторону отойдем. Вот так вот, вот так вот. Включим, конечно же, трейды. У меня трейды-то выключены. Все, включаем трейды. И сейчас я буду ожидать здесь ребята, которые будут писать ОМГ. Наверное, еще никто не видел здесь ни разу мега-неонового призрака. Прекрасненького призрака. Я сегодня настроен на обмен. Я сегодня настроен на поменяться прям 100%. Потому что я могу еще себе позволить купить 16 таких гостиков. 16 призраков, чтобы сделать еще одного мега-неона. В целом. Поэтому я готов сегодня затрейдиться на все 100%. А, ну что, где предложение-то, не пойму. Алло. Трейдеры, вы что, меня не видите? Трейды-то у меня включены, я надеюсь? Да, трейды включены. Почему нет предложений, камон? О, кто-то написал Сквирти. Здравствуйте, пчелка, держите. Держите, сейчас я вам подарочек дам. Здравствуйте, привет. Почему мне трейды пока не летят, я не понимаю. Алоха, подожди. Подожди, сейчас я тебе дам вот лягушку Райт, держи. Держи подарочек, сейчас надо написать обязательно подарочек, а то они будут трейды предлагать мне. Подарочек, держи. Держи, солнце. Держи, забирай. Забирай, спасибо. Пожалуйста, она пишет мне спасибо. Я, естественно, как воспитанный человек, отвечаю ей, пожалуйста. Забирай, солнце, забирай. Где трейды донатеров? Я жду трейды донатеров. Давайте, предлагайте мне что-нибудь, команд, быстрее. Вот. Прилетает нам трейд. Я, конечно же, первым делом ставлю мега-неонового гостика своего. И смотрим, что мне предлагает. Предлагает очень мало. Мега-неоновый мишка. Что? Нет, конечно, до свидания. Смотрим следующий трейд. Что же еще мне могут предложить сейчас? 91K Vibes. Хочешь что-то мне предложить? Давай посмотрим с тобой. Альбинос. До свидания, С. До свидания, С. Смотрим следующий трейд. Вот, полетели потихонечку. Мы еще даже с вами к нашим серьезным стратегиям не переходили. Итак, мне предлагают неоновая черепаха, неоновый кенгуру и цербер. Мало, сорянчик, мало, очень мало мне предлагают, не могу на такое согласиться, к сожалению, сорян, нет, очень мало, до свидания. Смотрим следующий трейд, XD Killer Кори, хочешь что-то мне предложить? Давай посмотрим с тобой, что же он мне сейчас предложит, дорогая моя пчелка, я надеюсь, так, Фростик, окей. Я надеюсь, дорогая моя пчелочка, что ты сейчас кушаешь, а почему я на это надеюсь? Да потому что я хочу, чтобы твои вкусовые рецепторы просто взрывались от такого вкуса еды, который возникает при просмотре моих видео, естественно. Обязательно надо кушать. Нет, предлагают просто до свидания. Че, угораете? Очень мало. Очень-очень мало. Итак, смотрим следующий трейд. Опять то же самое, что ли? Или от перемены? Нет, то же самое. До свидания, С. До свидания, С. Девочка мне пишет, можно подарить подарок? Нет! Нельзя! Нельзя мне ничего дарить. Не надо мне ничего дарить. Вы что, издеваетесь?
издеваетесь надо мной? Не надо мне ничего дарить, я не хочу. Я думаю, самое-самое время сейчас зачитать вам список. Конечно же, вы же обожаете мои списки, да? Вы обожаете мои списочки. Может, подарок тебе дам? Не надо, пожалуйста, не надо. Не надо мне твоих подарков. Так, я сейчас зачитаю вам свой списочек, естественно. Вы готовы? Розовые блокноты уже, я надеюсь, заряжены. Я надеюсь, они уже готовы, что на них сейчас будут записывать, на них будут писать. Итак, поехали. На данный момент, на момент выкладки этого видео, я хочу за МФР Гостика, во-первых, МФР Фроста с добавками. Да, такой наглый. Да, я хочу это. Так, мне предлагают следующий трейд. Я вам все равно зачитываю. Мега-черепаху с добавками. Я хочу мега-черепаху с добавками. Мне предлагают летучих мышей. До свидания. А что? Я блинчик кушаю. Умничка! Напишет она. Она кушает блинчик. Молодец. Все срочно кушаем. Третий питомчик, которого я хочу, это 2 NFR Frost, 2 NFR Леги нормальных, 2 NFR Леги нормальных, 2 мега кенгурухи, 2 NFR совы, NFR совы. Если мне, конечно же, будут предлагать такое, нет, это подарочек, я не принимаю подарки, извини, пожалуйста, мне ничего не надо. Если мне предложат 2 NFR совы, конечно, нужно писать, типа, давай добавляй. Если уже отказываются и не хотят ничего добавлять, значит, мы соглашаемся на 2 NFR совы. Итак, мы продолжаем с вами трейдить. Дальше я зачитываю. NFR Bat, NFR Жираф, ну а это крайне, вряд ли, что нам дадут NFR Жираф. Так, Бетик, но он не NFR, извините, пожалуйста, вы что мне предлагаете? Почему так мало? Я хочу больше, и я получу больше, неважно, в видео или не в видео, вот он, NFR Жирафик, на, солнце, держи, хочешь? Подождите, хочешь NFR жирафа? Что? Давай. Или он сейчас напишет Адада. Ты сейчас напишешь Адада? Ё-моё. Ты галочку ставил? Нет, я что-то отвлекся. Галочку будешь ставить? Я поставлю галочку. Давай. Пинки, соглашайся. Это огонь трейд. Давай, жмякай. Соглашайся. Он что-то мне пишет? Нет? Нет, он мне ничего не пишет. Давай. Нельзя, конечно же, первому нажимать, но ничего страшного. Давай, соглашайся. Давай. Ну. Ребятки, пишем ОАУА. Пишем ОАУА, чтобы Пинки согласился. Он ничего мне не пишет в чат. Абсолютно ничего не пишет мне в чат. Почему? Пинки, может быть, ты хоть что-нибудь напишешь, типа Адады или еще что-нибудь, типа это. Он, наверное, думает, стоит ли соглашаться или нет. Давай, солнце, соглашайся. Давай, у меня ручки уже потные. Я хочу, чтобы ты согласился. Пинки, давай. Пинки. Ну, соглашайся. Сколько можно тебя ждать? Адада. Он пишет Адада. Ё-моё. Чё тебе добавить? Я не знаю, что тебе добавить, солнце. Я не знаю. Ну, давай додоху тебе добавлю. Вот. Держи додоху. Хочешь ты так? Может, ты так согласишься, а? Блин, NFR жираф это пушка будет, если я сейчас обменяю. Ну, ты согласен? Пинки, пожалуйста, соглашайся. Пинки, давай. Если он еще раз напишет Адада, я его скажу ему до свидания. Если еще раз напишет Адада, я говорю до свиданица, Пинки. До свиданица. Он ничего пока что не пишет, к сожалению. Почему? Давай. Пинки, соглашайся. Или что-нибудь напиши мне, чтобы я уже отменил. Давай. Он, наверное, думает, стоит или нет. А? Пинки! Ну сколько тебя ждать можно? Давай! Пинки, соглашайся! Ну что, он надо мной издевается, что ли? Чё за дела, камон? Почему? Он ничего не пишет, он отклонил. До свидания. Не хочу я с тобой даже трейдиться после таких вещей, что ты мне так нервы поднял. Не хочу больше с тобой трейдиться. Не хочу. Давай, нет, то же самое мне предлагают. Смотрим следующий трейд. Смотрим, что мне сейчас могут предложить. Ловелит. По-моему, такой девочки еще не было. Посмотрим, что могут предложить мне сейчас. Список, я надеюсь, вы весь записали. Если не записали, конечно же, перелистайте назад немножечко видео. Кто на премьере? Ждите, когда премьер закончится, потому что во время премьеры вы не сможете отмотать назад время. Итак, нет, ничего не предлагают. До свидания. Смотрим следующий трейд. Итак, NFR...
Эвил, НФР Эвил. Ребята, НФР Эвил. Лов, Лов Кей Икс Сан хочет мне предложить МФР, НФР Эвила. Помните, как я... Я уже на монтаже только понял, что мне предлагали МФР Эвила за НФР Скиллер Экса. И я такой, дурачок, что ли? Чё это такое было? Я просто сказал, типа, нет, сорян, это мало. Лол. Нет, наверное, все-таки на НФР Эвил Уни было бы мало. Давайте начнем с вами спамить в чат. Будем смотреть еще, что могут предложить. Пишет пчелочка. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, мы пишем с вами в чат. О, нам предлагают трейд. Давайте посмотрим, что могут предложить. И уже после этого трейда начнем писать с вами в чат. Будем давить. Будем делать давление на трейдеров, на донатеров. Нужно как-то на них давить, чтобы они меня видели. Надо. Надо так делать обязательно. Нет, предлагают очень маленький трейд. Давайте, наверное, начнем спамить. Трейдинг мега хост бани. Итак, смотрим, следующий трейд там предлагают. Ну и, конечно же, мы начинаем спамить чат. Так, мега китсуня. Мега китсунечка. Это, ребята, мега китсуня. Подождите, сколько это робуксов? Секунду. Мега китсуня у нас стоит с вами. Точнее, обычная китсуня у нас стоит с вами. Где же ты? Вот она. 600! 600 умножить на 16. Вот столько вот стоит мега китсунечка. Нет. Мало. Не могу на такое согласиться, к сожалению. Смотрим следующий трейд. Ничего пока не предлагает, но мы с вами, конечно же, не теряемся. Не теряемся, продолжаем спамить в чат и смотрим следующее предложение. Куча пчел здесь собралось. Куча пчел как-то оказались на этом трейдерском сервере. Так, еще что-то будет? Две НФР черепахи. Нет, этого нет в моем списке, не хочу. Ребята, перед тем, как вы хотите какого-нибудь питомчика затрейдить, вы обязательно готовьте списочек себе, на что вы готовы, чтобы просто по зову сердца не обменяться на что-то плохое, понимаете? А вы бы согласились, вот я вот сейчас сижу, думаю, согласиться или нет. А вы бы согласились? Напишите, кто сейчас на премьере, напишите обязательно в чатике, в комментариях, напишите, согласились ли бы вы поменять МФР Гостика на 2 НФР Черепашеньки. Мне кажется, это мало, но если вы не согласны, конечно же, пишите об этом, пишите, чтобы я видел. Нет, я давайте напишу Адда, на всякий случай, может быть, он что-то еще может мне предложить, но пока что это мало, пока что я не готов, пока что это мало. Нет, я отклоню этот трейд. Все, отклоняем, смотрим следующий трейд. Что же сейчас мне могут предложить за МФР Гостика моего дорогого? Неоновая кошка. Неоновая еще одна кошка, да? Ну, Джинджер, это же кошка. Куала. И нет, очень мало. Смотрим следующий. Так, Пинки. Пинки хочет опять что-то предложить. Пинки — это неоновый жираф. Что? Какой Сабертуз? Ты чё со мной делаешь? Чё такое? Чё это за предложение? Нет, это очень мало. Я не могу на такое согласиться. Нет, какой? До свидания. Ты что меня обижаешь? У тебя есть НФР жираф, а ты мне такое предлагаешь? Нет. Так, давайте вот НФР, вот НФР этот есть. Фростик. НФР Фростик. Давайте ему предложим. Вот здесь еще богатый чувак есть. Так, вон там еще Пэрот есть. Так, подождите, вот. НФР Гостик. Но понятное дело то, что он сейчас не согласится. Это крайне мало я ему предлагаю, понятное дело. Но так как они богатые, у них есть, я думаю, еще больше питомцев. И не только НФР Shadow. Что-нибудь еще есть. Так, предлагаю. Так, НФР Parrot. Ну, понятное дело, что нет, я очень мало предлагаю. Просто, может быть, он что-то поменяется. Ну, что-нибудь поменяет, что-нибудь другое поставит, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу. Он сейчас будет писать Add, наверное, да? Ну, Short Black Hole. Short Black Hole, давай что-нибудь. Add. Он мне пишет, ну давайте добавлю
вот этого. Отклонил, ну и ладно. Пинки опять что-то хочет мне предложить, опять, наверное, хочет своего Сайбертуса. Альбина Бэт, Сайбертус. Ты чё, шутишь надо мной, что ли? Нет, конечно, это очень мало. Так, опять что-то мне хотят предложить, давайте посмотрим. И не забываем спамить в чат, господи, не-не-не, не то спамлю. Трейдинг Мега Гост, нет, предлагает очень мало, смотрим следующее предложение. Смоук Гейм хочет что-то мне предложить, пчелочка, это моя дорогая пчелочка, понятное дело. Смотрим следующее предложение. Трейдинг Мега Гост. Почему не хотят мне предлагать ничего из моего списка? Наверное, потому что он у меня слишком жирный? Да нет, нет, просто здесь слишком жадные все, понимаете? Так, нам прилетает следующий трейд, давайте посмотрим. Так. Здравствуйте, я напишу сейчас Адда. Адда. Так, еще раз сверимся с нашим списочком. Там точно был Энферш Фрост. Скиллерекса добавил. Так, секунду. Энфер Фрост с добавками. Адда. Еще раз напишу Адда. Адда, пожалуйста. Пожалуйста, еще один Адда. Что? Да, я согласен. О май гад, что? Согласись, пожалуйста, я тебя прошу. Согласись. Поставь галочку, пожалуйста. Поставь, пожалуйста, галочку. Алекс Роблр, пожалуйста, я тебя прошу, давай. Поставь галочку, хоть на секунду, я попытаюсь подцепить. Хоть на секундочку. Он что-нибудь не пишет в чат? Я не вижу. Нет, ничего не пишет. Блин, чувак, соглашайся, пожалуйста. Он мне пишет Адда. Ё-моё, что тебе добавить? Давайте добавлю две фулки. Два додо. Два додо добавлю. Давай, соглашайся, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу, соглашайся. Ацепт, ну, Алекс. Алекс, пожалуйста, соглашайся. Какие напряженные у нас очень с вами. Так, давайте я ему корыто это добавлю еще. Он убирает шадоу. Нет. Блин, ну нет, наверное. Ну фиг знает, нет. Там был шадоу, я не хочу обратно. Нет, не. Я ему сейчас напишу Shadow Add. Shadow Add, на меньшее я не согласен. NFR Frost и Shadow. NFR Frost и Shadow. Я ему написал NFR Frost плюс Shadow. Не меньше. Мне кто-то из пчел пишет: Сквертяга, ты чё такой буржуй-то? Да в смысле буржуй? Вы знаете, сколько сил было потрачено на этого мега-неонового гостика? Я не буржуй. Это вообще нормас. Это вообще норм. Алоха, давай, NFR Frost плюс Shadow, соглашайся. Так, он поставил Shadow, Господи, NFR, ты куда ты убрал? Блин, ну просто за Shadow, это вообще, ну я не знаю, нет, это очень мало, все, извини, сорян, это очень мало. Так, смотрим следующий трейд, что мне еще сейчас могут предложить наши дорогие донатеры, среди которых 50% просто моих пчел, как оказалось. Нет, трейд маленький, не могу на такое согласиться. Смотрим следующий трейд, который у нас просрочился. Просрочился, камон. Пинки опять что-то хочет предложить. Может быть... Так, НФР Жираф, давай. Я тебе добавлю даже две додохи добавлю. За НФР Жирафа, давай, я согласен. Пинки, солнышко, давай! Затрейдися со мной, пожалуйста. Давай, Пинки, давай, соглашайся. Пинки. Он даже ничего в чат не пишет. Пишет, не знаю. Давай. Соглашайся, Пинки. Со Сквирти затрейдишься. Давай, солнце. Очень жаль. Этот трейд был деклайнер, к сожалению. Нет, за обычного ПР это очень мало. За обычного ПР это не согласен. Я даже предлагать не буду. Смотрим следующий трейд. Что мне сейчас могут предложить? Опять то же самое. Нет, мало. Смотрим следующий трейд. А нормально поперли трейд, это нормально. Нормально трейдики-то идут. Так, Shadow, Скеллерекс, NFR Frost где? Извиняюсь, без NFR Frost не могу на такое согласиться. До свидания. Смотрим следующий трейд. Что еще могут мне предложить? Ребята, сейчас, если кто-то не в курсе, да? Хэллоуин-то у нас уйдет. Больше гостиков нигде не найти будет. Они возрастут в цене. Понимаете, да? Нет, ну понятное дело то, что и NFR Frost, и NFR и просто Shadow, они, конечно же, это опять пчелка, они очень ценные, это
само собой, это понятно. Но и госты будут еще круче. Так, Shadow. Не-не-не. NFR Frost плюс Shadow. NFR Frost плюс Shadow. Давай я тебе что-нибудь добавлю. Что-нибудь сейчас попробую добавить тебе. Вот, золотую мышь. Давай. Хорошая добавочка, правда. Правда, хорошая добавочка. Давай. Давай. Соглашайся. NFR Frost плюс Shadow. Не менее. Скверти зажрался. Скверти буржуй. Скверти все на свете. Но это не меняет ничего абсолютно. На меньшее я не соглашусь. Понимаете? Так, давай. Давай, соглашайся на это. Давай. Давай, солнце, сколько можно меня мучить? Пожалуйста, согласись. Пожалуйста, давай. Я согласен, давай. Давай. Алекс Роблер. Соглашайся. Это очень хороший трейд. Правда, это просто замечательный трейд. Давай, соглашайся. Сколько можно меня мучить уже? Давай, пожалуйста. Он, короче, просто меня тормозит. Он просто меня тормозит. Нет, извини, не могу. Следующий трейд, этот человечек у нас уже был. Дорогие мои пчелочки, я надеюсь, я поднял вам настроение. Конечно же, жмякайте вот на эти видосики. Они дичайше интересные, дичайше познавательные. Конечно же, я там всегда так же сильно ору, экспрессирую. Поднимаю вам настроение после школы и прочее. Конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, потому что это очень-очень важно. Всем хорошего настроения, на скоро 200к, всем удачи и всем пока-пока!